Добрейшего времени суток, дорогие друзья! Вы вновь на канале Makita PT. Усаживайтесь поудобнее у ваших YouTube-приемников и настраивайте ваши антенны, чтобы принимать сигнал напрямую из... В категории безударных дрелей и шуруповертов у компании Makita очень много разных моделей. Но в инструменте Makita DDF-451 японские разработчики сумели решить сложную инженерную задачу. А именно повышенная производительность и одновременно сниженные массогабаритные показатели. Достигнуто это было за счет модернизации двигателя и трансмиссии данного агрегата. Все мы уже знаем этот прекрасный кейс. У него есть замечательный удобный отдел сверху. Сюда можно положить расходку, шурупы, биты и даже, возможно, банан на завтрак. Ну а внутри, под кейсом, как всегда, первым делом вся необходимая бумажная волокита. Шуруповерт с двумя аккумуляторами LXT по 3 ампер-часа, которые являются собой комплектацию RFI, в общем-то, которую мы с вами сегодня и будем рассматривать. Также DC18RC зарядное устройство является неотъемлемой частью данного комплекта. Серьезная рукоятка с резиновой ручкой прямо в пору для рыбалки. А вот посмотрите, еще на инструменте у нас крючок для подвешивания металлический. Битодержатель, и в нем уже установлены две биты, у которых с одной стороны у нас плоский шлиц 5-миллиметровый, с другой крестообразный, он же Philips 2. Как устанавливать данную рукоятку, вы уже знаете, я вам ничего не показываю, делаю это просто для себя. Захочу вот так могу поставить и закрутить, захочу вот так поставлю, а может быть я вообще левша, ну или задача такая, что по-другому не подобраться, и тогда я поставлю ее вот таким образом. В общем, это на ваше усмотрение. Пишите в комментариях, как вам больше нравится это делать. Аккумуляторная дрель шуруповерт Makita DDF-451 имеет статор с четырьмя магнитами, что обеспечивает высокую мощность мотора. Таким образом, максимальный крутящий момент теперь равен 80 ньютонов на метр при максимуме. А увеличенное до 3 количество скоростей позволило повысить гибкость применения инструмента в разных условиях работы. Двигатель данного инструмента щеточный. Его напряжение номинальное составляет 18 вольт, следовательно, нам один LXT аккумулятор 18 вольт понадобится для его работы. Все так же регулируемый крутящий момент, количество позиций здесь у нас 16, что позволяет подстроиться под конкретный тип работы, а режимы выведены на отдельный тумблер, вот у нас закручивание, вот у нас сверление. Ну и скоростей у нас здесь, как вы видите, теперь 3. Выключатель находится все так же наверху корпуса. Таким образом, мы получаем 300, 600 и 1700 оборотов в минуту на первой, второй и третьей скоростях. Все так же регулируется от нуля с помощью нажатия на курок. Сверлит данный инструмент отверстия в стали диаметром до 13 мм и в дереве либо пластике до 65 мм. Ну а закручивает шурупы 10 на 89 и мелкие крепежные винты до 6 мм. На первой скорости, так как у нас 300 оборотов, это идеально подходит для сверления стали, например. Вторая у нас получается более универсальная, 600 оборотов. Здесь мы можем работать уже как со сталью, так и с деревом. Все зависит от того, какой у вас
сверло, какая плотность материала. Третья, более деликатная. Здесь мы уже работаем с деревом в основном. По закручиванию вы здесь выбираете режим, ну, крутящий момент. И крутите, соответственно, уже на первой. Все так же мы можем услышать электрический тормоз двигателя. Все так же удобная двухсторонняя клавиша реверса, которая либо меняет положение, вернее направление вращения, либо блокирует курок в центральном положении. Также, как вы уже успели заметить, есть у него две лампы подсветки рабочей зоны, которые срабатывают при затрагивании курка и гаснут плавно через 10 секунд после его отпускания. Ну и также по классике удобный быстрозажимной патрон до 13 мм. Трещоточка сработала, оснастка зафиксирована. Размеры инструмента 238 на 78 на 257 мм. Страна-производитель Китай. А что насчет веса инструмента? Он же у нас теперь многофункциональный, да легенький. Итак, с аккумулятором у нас практически 2300 он весит. Без аккумулятора практически 1700. Благодаря рукоятке с резиновыми накладками данный инструмент, конечно же, очень удобно лежит в руке, не выскальзывает. Сзади все тоже прорезинено, можно работать в потолок, придерживая его другой рукой. Корпус редуктора выполнен из ударопрочного алюминиевого сплава, отлитого под давлением. Сзади на корпусе предусмотрены вентиляционные отверстия для охлаждения внутренних элементов. В общем, вполне себе универсальный прибор, который подходит как для домашнего, так и для профессионального использования. Это и столярные работы, и домашний ремонт, и даже зимняя рыбалка. В общем, серьезный аппаратец для серьезных работ. Спешите его приобрести. Для этого вам будет необходимо, как всегда, пройти по ссылочке в описании под этим видео на наш сайт makita-pt.ru. Прежде чем это сделать и покинуть данное видео, обязательно поставьте нам лайк, поделитесь этим видео с друзьями, пролайкайте остальные наши видео, подпишитесь на наш занимательный канал и не забывайте давить колоколец, чтобы следующие обзоры не пропускать.